Всем привет! Сегодня я бы хотела поговорить с вами об очень важной теме. Пожалуйста, без хейта, пойдет речь о конкретных людях, возможно, даже не о вас. Но вам надо это понимать и знать. Я вижу, что подписчики у меня хорошие и не срутся в комментариях ни со мной, ни друг с другом. Так что надеюсь, все будет хорошо. Всем приятного просмотра! У любой игры есть свое комьюнити. И оно делится на адекватных и неадекватных людей. Я бы хотела обратить внимание как раз на второй тип, а то есть неадекватных, и в чем эта неадекватность проявляется. В Вайлде таких кому-то удается видеть часто, а кому-то редко, но в основном их можно встретить на каждой третьей локации. И вот как проявляется неадекватность этих игроков. Они либо позеры и показушники, которые хвастаются своей репутацией, уровнем, рангом или чем-нибудь еще. Чаще всего такие игроки высокомерны по отношению к другим людям. Также есть и те, которым нравится просто издеваться над кем-то, и они начинают либо что-то писать в чат, либо бегать около вас, прыгать, бить, ну короче, провоцировать вас. Но скажу вам честно, если вы сделаете вид, что вам насрать, то такому человеку рано или поздно это надоест, и он либо переключится на другого игрока, либо уйдет с локации. Есть еще те, кто за какую-то вашу ошибку или просто, если вы что-то не то сказали, даже если это не оскорбление вообще, начинают писать всякие оскорбления и угрозы в адрес ваших родственников. Чаще всего в адрес матери. Вот знаете, как это низко? Главное, не скатывайтесь до их уровня, ведь это так низко и противно. Оставайтесь собой и не поддавайтесь этим оскорблениям, а просто кидайте на них бан. Есть еще такие люди, которые в детских играх делают 18+. И даже не на закрытых серверах. И причем все вышесказанное относится не только к Вайлду, но и к любой другой игре. Вот, к примеру, мобильные легенды. Я в это раньше очень много и долго играла, и поэтому насмотрелась там всякого. И оскорбления в адрес мамы практически ни за что. Какие-то 18+ выражения, какой-то срач по микрофону. И много чего обидного и мерзкого. И поймите вы, такое поведение портит игры. Вы тем самым вызываете отвращение к игре, хотя разработчики вообще здесь ни при чем. Ребята, будьте вежливы и понимайте, пожалуйста, что нормально и приемлемо в обществе, а что нет. Пожалуйста, перестаньте кидаться оскорблениями в адрес родственникам и устраивать срач в чате. Игра создана для хорошего отдыха и кайфа, а не для срача 18+ и оскорблений. Если хотите устроить 18+, то идите лучше в специальные онлайн-игры с такой меткой и устраивайте там все, что хотите. Только не нужно этого делать в детской игре. Надеюсь, я смогла хоть до кого-то достучаться. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.